Друзья, всем привет! Сегодня будем снимать мексиканскую сальсу. Ну, заготовку такую. Это я, Димас, мои руки. Это я немножко тут уже нарезал овощец, даже запек. Немножко кукурузы. Немножко запеченной кукурузы я ее срезал. Это початка. И вот такая она выглядит уже в емкости, где буду сейчас делать сальсу. Свежая морковка. Лук репчатый. Естественно, масло. Перец нарезал кубиком крупным, болгарский. Кабачки. Чеснок и перец острый еще. И вот буду заливать томатным соусом из помидоров. Сделаю, что у нас получится, не знаю. Так что сейчас немножко я лучок обжарю. Немножко обжарю кабачки, перчик и морковку. Вот, быстренько обжариваем лучок. Прям на максимальном огне. Буквально минуту-две. Чтобы он схватился. Перец я не стал обжаривать, просто кинул уже. Кукурузу. Вот лук добавили мы кабачки. Обжарили кабачки с луком, и сейчас вот морковку закинули 2-3 минуты, немножко насчет поджарить. А так все выглядит красиво. Сейчас томатом залью еще, и будет круто. Добавили чеснока прямо за минуту до готовности. Сейчас немножко обжарим, чтобы запах дал хороший. Ну вот, друзья, мы поставили наши томаты, порезали произвольно, 4 пополам, как вообще удобно. Ну, сейчас примерно полчасика они все истомятся, можно воды добавить немножко. Соль, сахар, я ничего не добавляю сразу, потом уже в конце, когда мы сейчас их пробьем мягкими, процедим и добавим уже. Как бы, и уже тогда мы посолим, добавим сахара или там перец еще надо, доведем до вкуса, уксуса добавим, возможно. Делаем вкусный томатный соус. Прошел процесс размягчения. Я думаю, минут 15-20 поварю. Потом буду блендерить. Ну вот, ребят, мы все пробили. И теперь все процеживаем через сито. Обычным способом. Вот косточек. И от краплений кожуры, которая не пробилась. И вот смотрите, у нас томатный сок наш отлично получился. Немножко сейчас мы его выпарим, добавим соль, сахар, чуть-чуть я добавлю орегано, у меня осталось чуть-чуть орегано, и все, уксус еще добавлю, яблочного, доведу до вкуса, будет пряный такой, и все, буду заливать уже потом нашу кукурузу с овощами. Смотрите, соус у нас покипел, такой красивый получился томатный соус, сок, точнее. Ну вот так выглядит, смотрите, наша мексиканская смесь, она прогревается, и сейчас мы будем уже по баночкам раскладывать. Вот, сока почти не осталось, ну что получится. Ну, выглядит идеально вообще, пойдем раскладывать. Вот такой красивый получается, закусочка такая